Сербский теннисист Новак Джокович в упорной борьбе обыграл австралийца Ника Кириеса в финале Уимблдона, в четвертый раз подряд став победителем престижного турнира. В первом сете победу одержал Кириес со счетом 6-4, но затем Джокович переломил ход матча, и три последующих сета завершились его победой 3-6, 4-6 и 6-7. Игра продолжалась 3 часа 2 минуты. 35-летний Джокович – третья ракетка мира. Всего у него теперь 7 чемпионских титулов на Уимблдоне, на один меньше, чем у лидера швейцарца Роджера Федерера.